Я понимаю, это идиотизм. Ты знаешь, что мне сказал Веригин? Ну? Он сказал, что мои переводы лучше, чем твои. Но это умора. Поздравляю. Ты знаешь, что я притащилась? Ну? В плане на Скофилда ты стоял? Да. Ну, передали мне. Я хочу знать, как ты к этому относишься. Я очень рад. Я так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть? Первый раз в жизни мне дали сделать что-то серьезное. Ну что, мне идти отказываться? От меня-то что тебе надо? Дали, переводи. Но я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно. Ладно, это не свинство. Бузыкин, а ты уже начал? Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может быть, ты отдашь мне их, а, Бузыкин? А полы тебе помыть не требуется? А то я вымою! Ты свистни!